Мы находимся в городе Мытищи, в районе железнодорожной платформы Перловская. И в данном выпуске побываем на улице Веры Волошиной. Это участник диверсионной группы, заброшенный в немецкий тыл в 1941 году. Улица Веры Волошиной у нас проходит перпендикулярно железнодорожной линии. Здесь она пересекается с улицей Семашко. Чуть дальше. Ну, идет к частному сектору микрорайон 20А. Мы гуляли в рамках канала улицы Москвы, чуть дальше к станции Мытищи. Но вот это место, ну, ближе к Московской кольцевой автомобильной дороге. Вообще большой город Мытищи. Много здесь разных улиц и микрорайонов. Здесь вот университет кооперации. Пересекаем улицу Семашко. Сейчас посмотрим.